протяжении всей дороги встретилась одна легковая и две фуры. И на этом все. Вымерли дороги. Итак, ребята, всем привет. Сегодня начинаем видеокоп нестандартно. Записываю на новую камеру. К сожалению, стандартная камера у меня сейчас, я понял, в дороге, что вышла из строя. Нету просто-напросто аккумулятора. Почему? Не пойму. Ну и, в общем, начинаю с видеосюжетика именно о Sony X3000, которую приобрел благодаря вам. Спасибо большое всем, кто помог. В общем, приехал на место сбора. Как обычно, жду комрадов. Сегодня также наши ряды пополнились новыми участниками. Вот, девушкой и еще одним пацаненком. В общем, все будет, наверное, вы увидите, как мы будем общаться. Солнышко у нас встает, я уже на месте стою, жду комрадов. Но, к сожалению, по традиции, ребят, по традиции, я снова их жду. Ну, сейчас приедут, и мы отправимся в далекую-далекую дорогу. И, возможно, сегодня мы будем снова шурфить на той же деревне, на которой была прошлая выездка, где мы пробили два колеса. В общем, отправляемся туда же. Почему нас тянет туда? Потому что там было большое количество серебра, было найдено даже и золото. К сожалению, не моими комрадами, а знакомыми. В общем, ждем и поедем. Ребят, вышли мы на проверку местечко. Нашел? Нашел? Серый, смотрите, серый нашел. Русик нашел, смотрите, что. Блин, я, блин, сейчас обязательно прибегу к ним и посмотрю, что там. Так, вот смотрите, Серега прибежал. Показал у него, смотрите, Катя. 1700 какой-то год. И Рустик, деньга. 46-й год. Офигеть, 46-й год. Блин, по первому сигналу выкопали и находки. Первый сигнал, да? Блин, я прибор включаю. Итак, ребят, всем привет. Приехали мы сегодня с дружной компанией, с комрадами. Серега Рус, его супруга. И Серега взял своего молодого нового комрада, сына. В общем, приехали в одну деревушку, ехали в одно местечко, но думаем, давай здесь проверим, потому что деревня интересная, старая, заканчивается очень интересно. Вот, и решили здесь вот пробить полянку. Если у нас что-то интересное будет, мы здесь зависнем. Но если зависли здесь, значит, здесь что-то есть. Так что пожелайте нам удачи до следующей деревни, куда мы едем. Осталось, наверное, километров 5 по полям. Ну, я думаю, если здесь ничего нет, поедем туда шурфить. Так что смотрим, будет достаточно интересно. Меня видите? Значит, точно вы попали туда, где интересно. Ветер? Нет. Так что должны понимать. Все, ребята, приборы. Фишер 4. Потом, так, это у нас Explorer и у нас Nocta Impact. Здесь была монетка, и мы здесь обосновались. В общем, сейчас немножко для согрева. Вот, в видеосюжете вам не буду показывать, как мы будем для согрева. Но деревня сразу нам дала здесь вот сигнальчик и зачетная. Что за монета, вы, конечно же, в следующем видеоролике увидите. Так что смотрим. Ребята, здесь консилиум. Все комрады собрались, все! Около машины находимся. Сейчас немножко согревались. Ветер жуткий. Где? Убери. Не ну-ка. Да ладно, неужели дезинформация? Ребята, я просто занимаю место на флешке. Нет, есть, смотри, что. Вот, вот, вот. Вывалилось. Что-то маленькое, что ли, ёпта? Что-то здесь. А чего? Ну-ка, давай еще. Ты ёпта. Да ладно, Сереж, ты что?
Дезинформацию нам подбрасываешь, да? Я пинпоинтер забыл в машине в своей, не взял. Может, чешуйка какая, Серж? Блять, ну четкий. Да, Серый? Да, я попробую поискать. Я вот не вижу ничего. Тань, давай тоже присоединяйся, тоже ковыряй. Чего, гильзы, что ли? Сер, гильзы, что ли? Ёпты, ёж твою налево, как сигналил, а? Ну и хрен с ним. Ладно, идем дальше. Ребят, вы можете дать очередной сигнальчик, я рядышком оказался. И в прямом эфире давайте откроем, чтобы выкопали. Мой сигнал, мой металлоискатель тоже показывает, что монета цветная. Вернее, сигнал цветной. Но монеты нет, мы сейчас в прямом эфире из Лимани узнаем. Русь, я сколько показывал в БДЕ? 80. У меня 78, ну тоже где-то в районе 80. Место не копное, ребята, копков нет. Чего это? Пропалось. Есть, все-таки есть сигнал. Так. Что же? Выкопал. Да, красиво звучит. Красиво. Ну, где? В камушке. Ну-ка. Есть. Ух, да. Ух, что-то покрупнее, ребята. Это 2 копейки масоны. Ух ты! 1932, наверное, год. А, 36-й. Масонская двушка. Твою дивизию. Здесь вот сохран вообще шикарный. А здесь, к сожалению, затертая. Но все равно обалденная монета. 2 копейки масоны. СМ. Зачет. Вообще класс. Красавчик. Руси, блин, нафиг, вы обнаглели. Серега там тоже что-то копал, блин. Надо было ему тоже камеру дать. Ладно, идем дальше. Мы ищем, все-таки что-нибудь да найдем. Ну что, ребят, подошел Акрутику. И у него здесь вот красавишно. Смотрите, какая полушечка. 1749. Какая красивая. Ой. Я даже предполагаю, что это перечекан, ребята. С копеечки Петровская. А, нет, 49-й год, вряд ли тогда перечекан. Обычно 31-й. Красивый рельеф, высокая монета. Гурт зачетный. Вообще класс монета. Вообще класс. Блин, Ростик, мои поздравления. Классная монета. Да. Короче, уже... Без находок. Ладно. Ну, честно говоря, я как бы по этой. Я, честно, не специалист, поэтому. Вот для информации, ребята. Рустик Кереметьев хорошо знает. Ладно, идем дальше. Ну что, ребята, и у меня сигнальчик выскочил. Вот он. И что это у нас? У всех деньга, полушка, а у меня копейка. Николаевская. 1903 год. Да. Неравно соотношение земляной дед. Даешь. У кого-то масоны, полушка, деньга. А у нас вот так. Ну ладно, пойдет. Ну что, ребята, и у меня поперла. Вот она, старенькая. Деньга. 1750 год. Зачет. Сейчас иду к Сереге. Не знаю, что у него там. Но у меня две монетки уже есть в копилочке. Классно. Рустика, как я знаю, пока лидер. Не знаю, поживем увидим. Идем дальше. Итак, вот выбрасываю, ребята, бычок.
Вот, это я ничего. Вот, факт в том, что я ее закурил, когда нашел копеечку. И я ее курю, и вот, смотрите, уже третья монета с этого момента. И снова деньга. И снова деньга. Классно. Зачетно. Классно. Вот, комара принес. Блин, у Сереги уже вторая. Ох, красавчик, а, Сережа? Ну, красавчик, ёшкин кот по такой монетке и лопатой трахнул. Елизавета. У него Екатерина и Елизавета. Класс, класс, мои поздравления. Ладно, идем дальше. Ну что, ребята, вон ямочка присыпная. И вот еще одна монетка. Но на этот раз советик. Советская трешечка, 56-й год. Но все же находка. Я, походу, выбился в лидеры. Зачет. Идем дальше. Большой, блядь, горячий. Так, нахожусь около ряда Рустиком. И вот, вот, вот он копеечку тоже николаевскую поднял. Ну, конечно, убитая. Что-то он тут говорит, досада какая-то медная была. Да, что-то было. И что-то сгорело. Имеют какие-то формы. Видите, да, форму какую-то все-таки. Да, печалку. Что там, Русь? Ладно, идем. Ребят, я выкопал какой-то сигнал, но я не уверен, что это монета. И сейчас вместе с вами будем ее... Да! Да! Двушка! Ой, копейка! В 1801 год. Ништяк! Павел Первый. Павел Первый прям, ребят, в онлайне. Сигнал был, конечно, хороший, четкий. Зачет. Красавчик, красавчик. Видос? Да, копеечка. Смотри, какой сохран, Сереж. Вообще классный. Ага, зачет. Ладно, идем дальше. Ну что, ребят, сигнал классный за 90. И сейчас молодой комрад будет у нас в прямом эфире отыскивать. А папка ему поможет. Папка, показывай, где. Вот, здесь отломай. Надо будет пинпоинтер взять. Не. Вот здесь. Ну, Серый, помоги, Серый. А то так долго. Что, поменялся? Я сигнал. Ну-ка. Ну что, наш новый комрад испеченный. Ну, в том, Серый, где-то. Потеряли. Вот здесь посмотри. Здесь что ли, Сереж? Вот она. Вот. Ай, она. Молодцы. Ох, деньга. Поздравляю. Деньга, Анна Ивановна. Классно, деньга. Класс, класс, класс. Так, наш молодой комрад ищет монетку. Ярик, давай. Ну, здесь, по-моему, где-то. О, это у нас Екатерина вторая. Ну-ка. Довольное лицо. Состояние коняшку видно. И вензель видно. 1766 год. Поздравляю. Берем. Решил заснять, многое не снимали, но все равно, ребят, ветрище, извиняюсь, что это у нас, кажись на божий свет, заткнись. Кто это у нас? О, интересно. Так, вензель то ли Катя, то ли Лиза, 1700. 60-й. Коник. Копеечка, походу.
ребят, Fisher 44 сигнал уловил. Потом мы своими приборами проверили. Серега, я. Сигнал был, в принципе, копаемый. Но что находится внутри, мы сейчас увидим. Ну? В большом комочке. Терпение, ребята, терпение. Сейчас они появятся. Они? Че-то верховой, значит, говно какое-то. Николашка. О, монета, деньга, скорее всего. Говно. А, точно, говно. Это медное кольцо. Облом. Ладно, бог с ним. Ладно, идем дальше. Так, Ярик, что, сигнал монетный? Да? Да. Давай, провери, где-то здесь. Вот. В руке. Вот она. Что это такое? Давай покажем. Да. 1908 год. 2 копейки СПБ. Это в обалденном сохране. Офигенно. Поздравляю. Ну что, прозвучал очередной хороший сигнал. Ну давай, брат, ищи. Да вон она в руке. Тихо, смотри. Вон гуртка-то. Огромная. 5 копеек. Это масса. Да вообще зачем? Ярик, да ты фартовый. Вот это пятачок. 33-й, по-моему, да. Ну все, обалденно вообще. Ярик, ставим лайк молодому комраду за такую монету. Ходим, вот полянка. Все, больше вообще никуда не уходим. Рады, правда, ушли вон туда вон. Рустам что-то снимает уже, тоже нашел, наверное. Рустам где-то там ходит. Так, все, продолжаем. Что, дорогие комрады, открываем вот такой вот прелестью. Это у нас деньга 1753 года. Охрана такой патины. Ну ничего. Благородная сезонная патина. Продолжаем дальше. Чистка покажет. Ну что, у нас опять отличный сигнал. Ну-ка, Ярик, давай поищем где-то здесь. Ну, где-то вот здесь прям сигналил, да. Смелее, смелее, Ярик. Гражданная монетка. Ну-ка. О, это у нас 2 копейки Александр, 21 год. Сохранчик, в принципе, неплохой. При жизни немного затертая. Патина зелененькая. Ну,
Ну, как, Ярик, тебе коп? Ну, неплохо. Че? Неплохо. Неплохо? По-моему, отлично. Дай пять. Забирай. Ой, я уже видно. Ну что, ребят, на отличную полянку нарвались. Вот, считай, был пятак масоновский. Вот двушка Александровская. И вот у нас, Ярик, доставай, что там. Сейчас глянем. Это у нас... О! Сибирка! Да ладно! Да не может быть такого! Я сделал просто сегодняшний коп. В идеале! Ярик, это очень редкая монета, только для Сибири печаталась. У нас это, я даже не знаю, откуда она, да еще в таком состоянии. Какой человек, например, в Сибири бы приехал, вот. Где эти неудачники? Вон они там ходят. Отлично, просто берем. Это Конг 1773. Сибирка в идеале. Для нее это прям шикарно, мне кажется, сохран. Для пацаны не поверят вообще. Берем. Попробую в режиме онлайн. И не получилось. Ну что, ребята, семейный подряд берет свое. Серега выкопал вот такую вот монету. И сейчас Ярик фартовый. Что за шняга? Ох, это двушка. Орел хороший. А вот остальное полное говно. Как Алик, короче. Да, ну как металлолом можно взять. Сера, какой у тебя года нету? Ты говоришь, у тебя коллекция, и какого года нету? 28-го. 20-й год. Татьяна в чувствах, у нее пока пусто, ветер сильный, даже настолько сильный, что камеру держу и ветер сносит руку. Может быть, некоторые файлы буду переозвучивать, которые снимали парни. Так что ладно. Продолжаем серию удачных находок. Ярик, доставай. Звук отличный. Ладно, штаны. 1823 год. В принципе, наверное, хороший. Да, грязненькая просто. Комрады гуляют у нас вон по склончикам. А мы монетки собираем, они гуляют. Что, продолжаем бить пятачок. Глубина не вот прям сказать, чтобы большая. И опять, скорее всего, двушечка. Да, о, хороший двунделек. Отличный. Вот, к сожалению, не особо видно. Может, и вообще не увидим. Ну, спереди ничего. Зачет. Берем. Ну что, ребята, ростику фартануло. Кругляшок выпал. Что за беда? Беда какой-то какал. Так, что за какал? О, да это у нас Александр II. Скорее всего, 50-е года. 56-й. Да. Нет, я ошибался, не какал. Блин, веточка прям. Что такое? Что такое? Значит, на камере какая-то херня. У меня на камере херня прилипла, ёптую мать. И у меня, думаю, что за херня? Вот такая вот монеточка, копеечка. 1856. Александр II. Нет, я ошибался, что убито. Нет. Неплохой такой экземплярчик. Неплохой. Монеты идут. Семейный подряд работает. Так что зачет.
Ямы закапываем. Ямы закапываем, да. Ну что, продолжаем нашу дачнику. Там сейчас была монета, у него батарейка сделала, не снимает, и у меня выпала. Вот она. Это у нас двушка опять. Александровская, 1816 год. Сохранчик неплохой. Отлично. Забираем. Ну что, ребята, еще одна монета. Ветер очень сильный. Ну вот она вывалилась. Вот так вот. О, красотища. Достаем. Вон слепчик у нас остался. Очередная двушка. 26-й. Орел весь с перьями, с гербом. Ровненькая, отличная. Забираем. Ой, теряем сначала. Отличный экземпляр. Так, очередной хороший сигнал. Двушки Сашкины надоели уже. Охота что-нибудь. Давайте Павла, наверное. Правда, замызганная. Но ничего. Будем искать получше. Пойдем. Блять, подводников. Так, ну что, Рустамчик откопал у нас. По-моему, Павлик мне отсюда мерещится. Как думаешь? Есть. Здорово. 801, да. У тебя такой уже был, да? Да, такой. Слушай, ну состояние хорошее, лев. Блин, наверное. Да это еще пока не видно. По-моему, СМ. Оно не читается. Надо это чистить, мыть. Но вензель обалденный. Забирай. Ну что, опять у нас хороший сигнал. Ярик приготовится к поискам, где-то здесь пищало. А, я вижу! Вот она. Так, что это у нас? Это у нас низкопрофиль. Сегодня такая, по-моему, еще ни разу не попадалась. Ну, конечно, низкопрофиль есть. Низкопрофиль. Ждать от нее особо нечего. Ничего, двушечка, забираем. А? Да. Как настроение? Хорошее. Хорошее? Да. Ну, отлично. Ветер, конечно, открытая поляна. Ветрище гуляет, просто жуть просто. Ну, а мы продолжаем. Так, поехали. Вот это будет. А это будет 1898 копеечка СПБ, видавшая жизни. Кстати, вот смотрите, видите, как ее волнами выгнуло. Это когда земля замерзает, ее давит морозами. При жизни, то есть, не били ничего, вот смотрите, потому что волнами она морозами давит. Господа офицеры, продолжаем коп. Молодой комрад ищет монеты. Ну-ка. Вот. С обоих сторон протри. Давай. О, это Александр. Александр II, копейка. Ну что ж, неплохо для выбитого места уже. Копаем здесь уже сколько времени? Да, 3 часа. Да нет, даже больше. 6, 7. 1855 год. Неплохо.
Продолжаем. Девочки. Ну что, ребят, вот еще одна монетка. Ну-ка, Ярик, давай ищи. Я буду попытки. Давай. Это, скорее всего, Павловушка. Смотрим. Да, Павловушка. 1735. Отлично. Для мелкой монеты хороший сигнал. Все, продолжаем. Ну что, ребят, я извиняюсь, опять ветрище страшный. Глубоко гонял, но нашел. Что это у нас? Похоже? Похоже. Понятно, на что похоже, конечно. Затерто. То ли деньга, то ли... Кто знает. Почище посмотрю, конечно. Но факт то, что кругляк. Понятно, вообще непонятно. Стоп, вот орелик. Походу деньга. Почистим, ладно, будет видно. Ну что, ребята, очередной обалденный сигнал. Глубоко. И вот она выпала. Это деньга 1748 года. Хороший крючочек. Все, поздравляем, ставим лайк, забираем. Ну что, камрады, мою супругу тоже можно поздравить. И смотрите, что это у нас. Ага, так. Походу на двушку какую-то. Двушку катили из подпика. Затертая, но все равно с почином тебя. Когда копать и это, когда копать едете, берите с собой жены, детей, ваши талисманы по секрету. Ай, красавица какая. Ну что, господа, все уже около автомобиля. Вон ногами болтают, а мы все добываем монетки. Ямка. Это у нас 1895 год, копеечка СПБ. Отлично. Хоп. Забираем. Все. До новых включений. Чок-чок, сэрдыми, сэрбитыми, биттерми. Итак, ребят, на этом мы будем заканчивать свой сегодняшний видеокоп. Немножко замерзли, я в одном местечке прям, знаете, меня так укачало, я немножко повалялся. В общем, покопали неплохо, находок шикарно выкопали. Сейчас я обязательно количество находок обобщу вместе, и вы будете удивлены тем, что вот эта вот поляна, дала просто шикарные находки. Конечно, сегодня семья Наумовых, вот они два, акробата. Выкопали сегодня практически все, что можно было. Русик, ешь твоя налево. Русик у нас что-то немножко повеселел напоследок. Прибор откопали на ура. К сожалению, я недоволен сегодняшним выходом. У меня получилось не особо интересно. Вот. Но все равно ехали пошурфить, но полянка нас не дала. Ветер сегодня был очень ужасный. Даже сейчас, наверное, шум в камере. Возможно, я даже все видеофайлы, которые парни отсняли, наверное, переозвучу. Вот, так что классно откопали. За это стоит поставить пальчик вверху и подписаться на наш канал. Не забываем это делать, если вы это еще не сделали. На этом и все. Всем пока. До новых встреч. Ребят, по находкам хочу отчитаться.
Вот такое большое количество монет получилось. Да, Серега он снимает на вторую камеру. Танец он свой станцевал. В принципе, монет он наковырял нормально. Весь второй ряд — это его монеты. Вот, и получилось у него 18 монет, ребят. 18. Вот, так что он чемпион. Что хочу отметить. Несколько экземпляров. Это 5 копеек масон. Вот такой зачетный, красивый. Снимаю в машине, потому что сегодня весь день был ветер. Ужасный ветер. И решил заснять вам в машине. Дальше, что интересно здесь. Вот такая вот монетка. К сожалению, он лопатой по ней трахнул. Вот. Затем есть вот такая вот монетка. Тоже прикольная. Это у нас сибирочка. Или же его еще называют соболя. 1773 год. Екатерина. Очень приятная монетка. Вот такая тоже. С этой монеты начался сегодняшний коп. Одновременно с Русиком они подняли монетки. Ну, полушечка. А, вот с этой вот Екатерина начался. Да, 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 да. Очень красивая монета. Монеты не чищены вообще. Как были выкопаны, так и остались. Вообще классные. Вот. Двушки Александра. Деньга в основном присутствует. Вот так вот прикольно. У Рустика тоже получилось неплохо. Вот Павел. Вообще в хорошем сохранчике. У него тоже сибирочка. Вот такая прикольная копеечка. А, сибирочка. Масон. Масонская монета. 1836 год, если я не ошибаюсь. Был сегодня ветер очень сильный. Так что, может быть, то, что комментировали парни на обзоре поднятия монет, я, может быть, даже и переозвучу. Вот, так что вот так вот. Классно получилось. Вот тоже красивая монетка. Полушечка 1749 года. Когда из земли она вышла, она вообще шикарна. Очень шикарно выглядела. А, так, и вот такая вот тоже. Я тоже предполагаю, что это полушечка Елизаветы. Прикольно получилось. Кстати, вот еще несколько экземпляров очень хороших. И деньга 1750, хороший внешний вид. Павел 1801 год. Тоже очень хороший сохран. Очень приятная монета. Вот, так что вот так вот у нас сегодня получилось. Получилось просто нехило. Ехали на шурф. Решили проверить полянку. И полянка дала вот такое количество монет. Очень большое количество монет полянка сегодня дала. Так что принимаем поздравления в комментарии. И вот такая вот красота. Участвовали сегодня несколько приборов. Это Fisher 44, Nocta Impact, Aska 250 и Equinox. И Equinox сегодня оказался чемпионом. Серега чемпион. Так что классно. Ладно, на этом и все. Всем пока. До новых встреч.